Striding into the crowd, Maria Kolesnikova looks every bit the modern politician. Until this election, a visit from an opposition figure would have been unheard of in this small factory town outside Minsk. But the crowd receives her like a conquering hero. As ever, Kolesnikova is dressed in the colors of her nascent revolution. Мы мирные, мы честные, мы хотим жить в безопасной, свободной стране. И мы за это готовы бороться. Вы невероятны! Я рада, что я сейчас вас здесь вижу. Большое вам спасибо! A life in politics, let alone becoming the face of opposition to her president's 26-year rule, was never part of the plan. Yet Kolesnikova is relishing her new role. So too is this crowd. Она должна выступить перед людьми, чтобы они понимали, что они не одни, что она готова их поддержать, все вместе сплотиться и выйти. Just meters away, a handful of President Lukashenko's loyalists try to shout her down. Her supporters are having none of it. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Они очень хотят, чтобы мы друг друга ненавидели. Этого нельзя допустить. Мы один народ. Мы их простим. Мы будем с ними вести диалог. Мы понимаем, что сейчас происходит. Давайте найдем в себе силы не ссориться и не поддаваться на эту агрессию. Только любовь нас спасет. Только любовь. A flautist by trade, she emerged as a leader of the opposition campaign after the main challengers in this month's presidential election were barred from running, jailed, or fled the country. She formed a troika of women, with Svetlana Tsikhanovskaya and Veronika Tsepkalo, both of whom have now also fled Belarus. The election has come and gone, but this campaign trail keeps going. After the rally, Kolesnikova invited us to join her exclusively as she headed back to the capital. Ты такая маленькая, кажусь, да? На фоне, конечно. Ну, мне всегда кажется, что я большая, а на фоне вот этих ребят я кажусь маленькой такая. Her campaign, she says, comes from the grassroots. Я как раз думаю, что вот это доказательство того, что у нас абсолютно правильная тактика, это то, что ему для того, чтобы показать свою власть, нужно приглашать людей с автобусами и с флагами, и с транспарантами. Потому что нам этого делать не нужно, люди сами выходят, и на это никто, этим никто не занимается и не организовывает. Мне кажется, то есть, ну, это процесс. Не бывает такого, что была 26 лет диктатура, а потом так оп, и в один день свобода и демократия, и мы живем в Швейцарии. Такого не бывает, да? Lukashenko has tried to cast her as part of the metropolitan elite, out of touch with Belarus's rural heartlands. Это чуть-чуть иллюзия, что я очень там человек из большого города и оторвана от жизни. На самом деле любой белорус умеет сажать и выращивать картошку. Вот я тоже умею. И моя большая часть моей жизни, то есть все лето я проводила на дачах у своих бабушек и дедушек. She lives opposite the headquarters of the secret police, still known as the KGB here, where political prisoners are often tortured. У этого здания есть абсолютно отвратительная история. И мы с моими друзьями шутим, что когда-нибудь здесь будет не место, где находится КГБ, а будет самый необычный культурный хаб в Европе. Kolesnikova says the president lit his own touch paper here. Конечно же, очень важным пунктом была ситуация с ковидом, когда президент с большим неуважением отзывался о людях, которые погибают или которые болеют. О них оскорблял их, да, или там говорил, весь мир вот в этой эпидемии, все боятся и не знают, что с этим делать, а он говорит, ну пейте водку, есть на тракторе, да. То есть вот это неуважение, оно затронуло абсолютно все слои населения, и, конечно, это явилось очень мощным триггером. Belarus is hardly known for open political dissent. But in the 2 weeks since the election, spontaneous peaceful protests like these women in white have become a daily occurrence. The troika of women offered something new, hope. Among the protesters, we met four friends, each wearing trainers, they told us, in case they had to run from the police.
Лидер определяется силой мысли, тем, что она делает, тем, что она говорит. Она готова отвечать за свои слова, и она не прячется от людей, она выходит к нам, она выходит к людям и разговаривает с ними. То, что мы не получаем ни от кого из наших чиновников. At yesterday's rally, as many as 200,000 peacefully took to the streets of Minsk. The carnival atmosphere belied the threat from above. The president's menacing helicopter roared over the crowd, landing at his palace, a fortress of Soviet power. Alexander Lukashenko then proceeded to greet his loathed security forces. AK-47 in hand. A few hundred meters away, his political rival had her own tactics. Мы мирные граждане, мы гуляем по городу. Мы сейчас все разворачиваемся и не подходим к стеле. Пожалуйста, не совершайте провокации, сохраняйте спокойствие. Kleshnikova's voice of reason continues to sustain this movement. Many of their political leaders have fled. Protesters have been beaten and killed. But a return to the old order now feels unthinkable. Многого лишилась, конечно же, в своей жизни, но я считаю, что это стоит того, чтобы попробовать и действительно, чтобы Беларусь приблизить вот к этому другому будущему, без авторитаризма, без вот этой системы жуткой абсолютно еще, которая осталась с советских часов. И мне кажется, что это стоит того, чтобы за это побороться.